9 мая в нашем городе прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 9 часов утра в микрорайоне Лучки на площади Ленина прошла акция «Георгиевская ленточка». После собрались жители микрорайона, представители местной власти, общественных организаций, силовых структур и все с цветами в едином порыве, крепко сжимая в руках портреты своих предков-защитников Отечества, под звуки оркестра прошли по главной улице микрорайона к воинскому захоронению «Скорбящий воин», где состоялся праздничный митинг. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших защитников Родины и всех павших в годы Великой Отечественной войны. Глава администрации Сланцевского района Игорь Федоров и депутат города Сланцы Елена Гаврилова поздравили участников митинга с Днем Победы. Нас хотели уничтожить. Не получилось и никогда не получится, потому что мы великий народ. Мы любим свою родину, мы гордимся своей родиной. Около 30 миллионов жизней унесла война. Тысячи городов, сел, деревень было уничтожено. Сотни миллионов неродившихся наших граждан, которые могли бы быть вместе с нами, жить, радоваться жизни, их нет. Мы должны все это всегда помнить. Мы должны помнить, какой ценой досталась нам эта победа. И в этот радостный для всех нас день Великой Победы желаю всем жителям нашего города здоровья, мирного неба, с Днем Победы! Также на митинге со словами благодарности ко всем ветеранам обратилась представитель современного поколения Елизавета Козлова. Я хочу сказать спасибо за вашу мужественность, силу и отвагу. Спасибо за жизнь. Вы подарили нам мирное небо, спокойствие, мир, в котором мы сейчас живем. Здесь можно наслаждаться спокойными обычными вещами. В свою очередь, мы обязуемся быть достойными наследниками, вашими учениками. Мы помним ваш путь и готовы также изменять мир к лучшему. С огромным уважением и бесконечной благодарностью. С праздником! После митинга на братском захоронении состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов.